потевают и всяческих благ желают. В Национальном музее истории Украины щедруют для защитников страны и их близких. Щедровки с колядками исполняют 5 фольклорных коллективов. Дети и взрослые с радостью делятся рождественским настроением и рассказывают о старинных украинских традициях. Колядники приходили в дома, поздравляли хозяев, пели им, спрашивали, есть ли молодая незамужняя девушка, потому что замужним колядки со щедровками не пели. Засевали на добро, на деньги, чтобы хозяйство было большим, чтобы были здоровье, любовь. Праздник стал заключительной частью выставки под названием «Если бы не война». Видите, сколько здесь портретов людей, которые пошли на войну. Какие красивые люди на этих портретах. Я думаю, сегодняшний концерт – очень хорошее дело. К тому же, таким образом, музеи становятся ближе к людям. Этот праздник для семей бойцов АТО, для наших армейцев, для добровольцев, для семей Небесной Сотни, чтобы они почувствовали это настроение и переживание каждого из нас. Благодарность за то, что мы живем в мирном городе, в мирной Украине. Чрезвычайно понравилось. На самом деле сейчас очень не хватает таких мероприятий, а это ведь родные народные традиции. Дай Боже, дай Боже! Любовь Задорожная, Тимофей Сорокин, UATV.